Новости на канале СТВ, в студии Ирина Рамбальская. Здравствуйте. И в этом выпуске. От заместителей министров до руководителей райисполкомов президент Беларуси принял ряд кадровых решений. 24 миллиона за содействие. Заместитель гендиректора Борисов Древа задержан по подозрению в получении взятки. Яркие и незабываемые роли. Из жизни ушла актриса театра и кино Наталья Крачковская. Чудесное спасение. Витебский милиционер закрыл с собой ребенка и спас его от наезда автомобиля. Сегодня президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Глава государства назначил Олега Иванова чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане. Александр Гурьянов, уже возглавляющий белорусскую дипмиссию в Италии, будет представлять нашу страну по совместительству еще в Мальте. Получено согласие президента на назначение ряда чиновников от заместителей министров до руководителей райисполкомов. Обращаясь к последним, Александр Лукашенко сформулировал основные задачи, которые предстоит решить на местах. Времена, конечно, у нас непростые. Вы, наверное, лучше меня это чувствуете, потому что вы непосредственно там находитесь. Ну что поделать, время выбрало нас. Поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. И я не хочу вас тут озадачивать, рассказывать, что делать. Вы сами знаете, что делать. У вас экзамен на носу, а у некоторых уже начался. Надо в этих сложнейших условиях посеять. Сельхозработать для вас очень важный, даже тем, кто станет главами администрации в городах. Так или иначе, вы все равно помогаете селу. Вот это первый экзамен для нас, для всех. Преувеличивать проблему не советую вам. Просто надо везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен быть во всем. Не надо там излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя. Но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть пронизано, ну, вся ваша работа должна быть подчинена этому. И все должны вертеться вокруг этих технологий. Важное событие у нас, скорее всего, в сентябре – парламентские выборы. Вот тут мы должны продемонстрировать, кто в доме хозяин, красиво, дал возможность людям высказаться и избрать. То есть непростое время вы становитесь руководителями вот этих узловых территориальных делений в нашей стране. И я очень, очень вас прошу, чтобы, придя завтра на работу, как полноправные руководители и хозяева своих районов, очень внимательно отнеслись к кадрам, подобрали, окружили себя нормальными людьми, профессионалами. Имейте в виду, что профессионалы – это те люди, на которых вы можете опереться. Ну и у вас персональная задача по указу, и не одна, но главное – убыточное хозяйство полностью на ваших плечах. Поэтому думайте, как вы там поведете дело, кто будет руководить этими предприятиями. Беларусь добилась за последние 5 лет прироста ВВП почти на 6%. Сегодня в Палате представителей прошло заседание постоянной комиссии по экономической политике. Правительство передало парламентариям программу своей деятельности до 2020 года. Документ депутаты рассмотрят на предстоящей весенней сессии. Как было отмечено на заседании, сегодня главное – грамотно использовать внутренние ресурсы и активно привлекать прямые иностранные инвестиции. Всего же правительство рассматривает вопросы повышения эффективности экономики, исходя из 3 уровней. Первый вопрос – это уровень предприятий. И на уровне предприятий, конечно, это повышение эффективности, снижение затрат, работа над повышением качества, в том числе и управления этими предприятиями. Отраслевой уровень – это вопросы создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. В программе точно так же прописаны направления решения этих задач. И макроуровень – это вопросы макроэкономической сбалансированности, это вопросы снижения инфляции, вопросы роста доступности кредита в экономике. Поэтому именно так структурирована эта программа, и она, конечно, очень тесно увязана с теми поручениями президента, преломляет эти поручения президента по уровням управления, которые даны.
Белорусский авиаперевозчик в новом сезоне планирует выполнять чартерные рейсы из всех областных аэропортов страны. Уже летом из Гомеля, Гродно и Бреста будут осуществляться регулярные рейсы в Калининград. Появятся и новые направления. Самолеты отправятся в Литовскую Палангу. К слову, европейское направление самое популярное, поэтому количество рейсов и вместимость самолетов планируют увеличить. А вот тарифы на билеты наоборот уменьшить. За начало нынешнего года стоимость полета снизилась в среднем на 20%. Мы очень внимательно рассматриваем сегодня расширение сети маршрутов нашей авиакомпании в европейский регион. Это такие направления, как Брюссель, Копенгаген, Мюнхен, целый ряд других направлений. Я полагаю, что не позднее следующего года по этим направлениям мы будем начинать летать. И в то же время мы сегодня несколько скорректировали свои планы в сторону уменьшения нашей активности по открытию регулярных полетов в Российскую Федерацию и другие страны СНГ. Заместитель гендиректора Борисов Древа задержан по подозрению в получении взятки. Мужчина отвечал за коммерческие вопросы, контролировал своевременное заключение договоров с потребителями и поставщиками. Зам гендиректора, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РОВД и УВД Миноблсполкома задержали в агрогородке Атолино. Более 24 миллионов рублей ему передал директор одной из организаций, которая занималась выполнением ремонтных и строительных работ. На Борисов Древе они проводились в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации и переоснащению. Напомню, модернизация этого предприятия деревообработки сопровождается громкими отставками и уголовными делами. Что касается задержания замгендиректора, то сегодня все обстоятельства выясняются. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. С ним работают следователи. Деньги были переданы в качестве вознаграждения за благоприятное решение вопроса о своевременном перечислении денежных средств в адрес этой организации за выполнение ремонтных и иных строительных работ. По материалам УБЭП УВД Минского облсполкома и АБЭП Борисовского РУВД Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ВВС. Пути решения украинского кризиса сегодня будут искать в Париже. Здесь пройдет встреча глав МИД Нормандской четверки. К разговору приглашены главы дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины. Отдельное внимание будет уделено конституционной реформе в Украине и состоянию выполнения минских договоренностей. Ранее глава МИД Украины заявил, что вынесет на обсуждение три важных вопроса – безопасность, обмен заложниками и местные выборы в Донбассе. Министр экономики Франции предупредил Великобританию о последствиях выхода из ЕС. Если королевство все-таки выйдет из Европейского Союза, это может разорвать двустороннее соглашение с Пятой Республикой. Согласно документу, британской стороне разрешается проводить пограничный контроль и не пропускать мигрантов на свою территорию. В противном случае в Соединенное Королевство может хлынуть небывалый поток мигрантов. Тем временем в Германии в приюте для беженцев случился пожар. В результате три человека пострадали. По предварительной версии, возгорание произошло на втором этаже здания. Началась эвакуация. Около 120 мигрантов были распределены по приютам в других населенных пунктах. В Стамбуле ликвидировали двух террористов, устроивших сегодня взрыв рядом с полицейским участком. Экстремистки бросили две гранаты в полицейский автобус, а затем открыли огонь из автоматов. К счастью, обошлось без жертв. Ранение руки получил один человек. Затем женщины пытались скрыться, но были заблокированы в одном из соседних зданий. Район, где произошло ЧП, полностью перекрыли. Жильцов домов, где спрятались экстремистки, в срочном порядке эвакуировали. Проливные дожди в Перу вызвали наводнение, которое привело к многочисленным оползням. Как минимум 5 человек погибли, еще более 5000 вынуждены были покинуть свои дома. 4 человека скончались в нелегальной шахте, выход из которой завалило камнями и землей. Еще один человек не смог выбраться из реки, которая вышла из берегов, и утонул. Дожди также размыли около 200 километров дорог. Синоптики, в свою очередь, не утешают. К концу недели может стать еще хуже. Всего с конца прошлого года непогода привела к гибели 11 человек. В это время в Перу как раз начался сезон дождей. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ.
Печальная новость сегодня пришла из России. На 78-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Крачковская. Несколько дней назад ее госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом инфаркт. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь знаменитой актрисы. Не помогла даже искусственная вентиляция легких. Она умерла, не приходя в сознание. Наталья Крачковская родилась в 1938 году в Москве. Она снялась почти в сотне фильмов. Главных ролей не было, но даже роли второго плана, которые она исполнила, стали заметными и запоминающимися. Крачковская снялась в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Покровские ворота». Это народная артистка. А таких говорят, что им и играть-то ничего не надо. Вот только появляется, и в ту же секунду уже зрителю комфортно, весело и интересно. Это вот такой божий дар, который у этих людей есть, у таких актрис, как Наталья Леонидовна Крачковская, дай бог, светлая память. Похоронят актрису 5 марта на Троекуровском кладбище. В Беларуси скорректирован график выплаты пенсии и пособий в связи с празднованием Дня женщин и переносом рабочих дней. В Минске получить деньги можно будет в отделениях почтовой связи уже с 4 марта. С 5 марта начнутся выплаты в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской областях, а также в сельских отделениях связи Гомельского и Гродненского региона. С 7 марта выплата пенсии и пособий будет производиться в Витебске и в городских отделениях почты Гомельской и Гродненской областей. А эти кадры не могут оставить равнодушными никого. В Витебске сотрудник департамента охраны закрыл с собой ребенка и спас его от наезда автомобиля. Прапорщик возвращался домой после несения службы. На проезжей части в районе улицы Буденного по пешеходному переходу мальчик переходил дорогу. Автомобили на крайних полосах остановились, уступив дорогу. Однако по трамвайным путям продолжала двигаться машина, не пытаясь снизить скорость. За доли секунды милиционер успел схватить школьника за ручку рюкзака, подтянуть и с собой закрыть от удара. Мужчина получил ушиб левой голени, шестиклассник не пострадал. Далее новости спорта. Еще больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19:30 проведет моя коллега Ирина Мартьянова. Я же с вами прощаюсь. До встречи.